Всем привет! Вы на канале «Мои рецепты» и с вами Людмила. Потратив всего лишь несколько минут, приготовьте сытный и вкусный завтрак в лаваше. Такой завтрак сможет приготовить даже школьник. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые рецепты. Для приготовления одной порции нарезаю 50 грамм вареной колбасы соломкой, 30 грамм любого твердого сыра, который хорошо плавится, натру на крупной терке, измельчу зелень укропа и петрушки. Болтаю одно яйцо, по желанию можно посолить и поперчить. В холодную сковородку наливаю подсолнечное масло и выкладываю лаваш, ставлю на маленький огонь, а сверху колбасу и заливаю яйцом. Посыпаю сыром и зеленью. Сыр можно взять твердый, моцареллу или сулугуни. Сверху накрываю вторым лавашом и слегка прижимаю. Второй лаваш сверху смазываю также подсолнечным маслом. Через 2 минуты сыр начинает плавиться, а лаваш аппетитно подрумянился. Переворачиваю на другую сторону. И уже через 1-2 минуты завтрак готов. Подавайте горячим, очень вкусно и аппетитно. Получается хрустящий лаваш сверху, а внутри сытная начинка. Для приготовления диаметр лаваша и сковородки не имеет значения, но чем меньше диаметр, тем удобнее переворачивать лаваш. Готовьте по моим рецептам и радуйте своих родных. Жду ваши лайки и комментарии. До скорых встреч!